Сегодня я вам расскажу, как можно улучшить край волос на фото. Вырезаем фото обычным нам способом. Не забываем уточнить край и подправить цвет. Как вы видите, результат получился не очень. Край волос выглядит неестественно. Вот как это можно исправить. Сохраняем фото с нужным нам фоном. Загружаем на сайт Freepik. Выбираем и инструмент Upscaler. Полученный результат загружаем обратно в Photoshop и по маске открываем края волос. Это можно применять к любому заднему фону. Freepik сделает свою работу. Вот результат, мне кажется, очень даже хорошо. Спасибо за просмотр.